Дорогие мои друзья, 18 ноября я отмечаю свой день рождения. И приглашаю всех вас на праздник в чудесный город Великий Устюг, в мою сказочную вотчину. Вместе с вами будем встречать моих добрых друзей-волшебников из разных городов нашей страны. Откроем школу волшебства и зажжем огни на самой первой новогодней елке России. Вся моя сказка в этот день будет наполнена чудесами и самым настоящим волшебством. Впервые в честь своего дня рождения российский Дед Мороз открывает уникальный сказочный проект «Школа волшебства Деда Мороза». Всю неделю с 15 по 22 ноября каждый гость получает волшебную зачетную книжку и проходит все необыкновенные уроки в отчине Деда Мороза и в Великом Устюге. Чтобы научить вас волшебству, Дедушка Мороз придумал удивительно познавательные уроки. Сказковедение, ледографика, серебряная ювелирика, лаборатория моды, песочная магия, этика волшебных посланий, елочное игрушковедение и многие другие. Пройди увлекательное обучение в школе волшебства, получи оценки в зачетную книжку, и в Центре управления волшебством ты получишь именной сертификат о присвоении звания «Начинающий волшебник». А если ты пройдешь все этапы обучения, то тебе в подарок достанется эксклюзивная шапка-трансформер «Я волшебник». Ждем вас с 15 по 22 ноября в сказке Деда Мороза. Расписание чудес и уроков школы волшебства на официальном сайте российского Деда Мороза domdm.ru. Приезжай и стань волшебником! Приезжайте, чтоб в сказку мою поверить всем сердцем!